В центре Киева сегодня митинговали пенсионеры МВД. Полсотни бывших правоохранителей собрались у пенсионного фонда. Пришли они с единственным вопросом: почему при стаже работы более 20 лет государство платит им меньше нынешней минималки? Поддержать бывших милиционеров приехал и народный депутат Сергей Каплин. На переговорах с представителями фонда он напомнил о том, что перерасчет обещали сделать еще в январе этого года. А 3 дня назад МВД направило обращение в ПФУ, но там ответили, что письма не получили. В свою очередь, участники акции предупредили чиновников, что если пенсии не пересчитают, то акции протеста продолжатся. Пришли в основном ветераны и пенсионеры Министерства внутренних справ и пенсионной службы с 2008 года. За них забули и ни разу не переховували пенсию. То есть всем осучаснили пенсию, а забули про тех, кто носит погоны. Продолжаем свою борьбу и не имеем никаких абсолютно сумнів у том, что переможем. Мы приняли сегодня беспрецедентное историческое решение объединяться в единый форум, в единый рух.